Здравствуйте! Государственная телерадиокомпания «Комсомольск» начинает свою программу. Сегодня на нашем телеканале смотрите. В 17 часов 45 минут передачу «Предприятие Комсомольска в годы Великой Отечественной войны». В 42-м вступил в строй завод «Амурсталь». Ветераны вспоминают военные годы. В 18.45 приглашаем вас на прямой эфир передачи «Студия актуальных проблем» о льготах по подоходному налогу, документальных проверках и об итогах 99-го года. На ваши вопросы ответят сотрудники налоговых служб. В студии работают телефоны 4-53-10 и 4-29-86. В 19 30 минут поздравляем с юбилеем трудовой коллектив акционерного общества «Сантехмонтаж» города Комсомольска-на-Амуре, который отмечает свое 50-летие. В 20.05 смотрите «Час губернатора» из Хабаровска. В 21:05 информационный выпуск «Будни» познакомит вас с основными событиями дня в Приамурье. В 21:25 на экранах спецвыпуск пресс-центра УВД Комсомольска-на-Амуре сообщает. В 21:40 в эфире рекламный блок. А сейчас приглашаем наших маленьких телезрителей на мультипликационный фильм. Кот на рыбалке. Через два года первенцу дальневосточной металлургии исполнится 60 лет. Да, в грозном 42-м вступил в строй завод «Амурсталь». В том году наш дальневосточный поэт Петр Комаров писал: «Ты многое вспомнишь, декабрьские бури и снежный морозный февраль, и линию фронта на самом Амуре. Вот это и есть Амурсталь». Пуск первой очереди завода «Амурсталь» государственным планом предусматривался в 43-м году. Но тревожное время вносило свои коррективы. Основные кадры строителей ушли на фронт. На их место пришли женщины и подростки. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был действительно могучей силой в организации масс на досрочное строительство завода. Люди не считались со временем, не отдыхали, работали по 2-3 смены, иногда и целыми сутками. На стройке широко развернулось соревнование за право пробить первую лётку. Победителем вышла бригадир с фронтовой бригады Валентина Деменина. Вот так каждый год. Накануне дня рождения «Амурстали» собираются ветераны завода, чтобы вспомнить те грозные годы. Действительно, было очень тяжело, но они верили, что если завод вступит в строй раньше срока, то этим приблизим победу над фашистами. Придет тот день, однажды день настанет, он как зерно взойдет в любой людской судьбе, когда наедине лишь ты и твоя память останется потом, лишь память о
тебе, когда наедине лишь ты и твоя память останется потом, лишь память о тебе. Вот когда вы пришли первый раз на завод? Сколько лет вам было? Ну, завод, мы жили на заводском поселке. Завод на глазах у нас рос, строился. Вот, запомнилось, как клепались трубы круглосуточно. Раздавались очереди пневматических молотов. Вот, запомнилось, как бетонировали мост в Мартен с эстакадой. Вот, где принимал участие Деменина Валентина. Вы с ней знакомы были с ней, да? Да, мы знакомы были. Она работала, ну, как тогда было принято говорить, хитогоровские девчата. В красных косынках бетонировали этот мост. Бригадиром был там дядя Вася Шубин. Она была сначала звеньевой. Ну и первую летку она ей, как, да, как комсомольской молодежной бригаде, она пробивала. Вот. Нам было интересно смотреть жидкий металл. В то время мы не представляли, что такое может металл быть жидким. Первую плавку мы ее, конечно, видели. И как вот вы совсем мальчишка были, как вот вас приняли на завод, как вы работали, кем, по сколько часов работали? Это время-то военное было? Время военное было. Мы сначала нас принимали как-то, в общем, сострадательно. Мы вроде бы как считались добровольцы тыла. Пришли мы 14-летними ребятишками с поселка 25 человек. Амурсталь, Строевский поселок. Я пришел механический и поступил. Меня приняли учеником на большой продольно-строгальный станок. Был, я сейчас этого помню, Громенко Иван Андреевич был очень хороший человек, на всю жизнь меня запомнился, который меня учил работать культурно, вот, практично и, как тогда говорили, по-стахановски, труд. Среди тех, кто работал в те годы по-стахановски, были Петр Буренин, Алексей Войтович пришел на завод выпускником школы ФЗО и вместе с заводом рос и мужал, работал на победу. Он стал первым комсомольчанином, героем социалистического труда. И вот вы после войны все и по сей день работаете на заводе? Да. И все в том же цехе? И все в том же цехе. Я прирос. Вот. Работал, в общем, у нас на станках и мастером, и бригадиром, и сейчас вот этим по технике безопасности. У вас, наверное, у самого немало учеников, да, было? В войну я выучил 4 ученика. И мне так говорили, что был Константин Лукич, этот советский мастер в последнее время. Он говорил, что у тебя, Павел, бригада интернациональная. Был русский Василий Иванович Простев. Вот, был татарин Авхат Хабрович Муратов. И потом, я не помню, Лиза была еврейка и одна нанайка была. Понятно. Вот это вот. Вот это за войну. Ну а после и много учеников, скольких я их воспитал. Мне было 16 лет. Когда вы приехали? В 41-м году приехали. И нас послали строить завод «Амурсталь». Мы в заводе бетонировали подстанции прокате номер 1. А когда уже пустили мартеновский цех, нас взяли в мартеновский цех, так как рабочей силы не хватало. И нас послали на разливку, где разливает сталь. И вот с 42-го года, 16 февраля, пустили цех. И мы то все время не работали, то пенсию я работал там в цехе.
Сколько лет вы работали? 39 лет. Ну, наверное, Войтовича помните? Вместе работали, вместе ходили на работу и с работы. Тем более он, Войтович, был в нашей смене столяром, потом мастером, потом начальником смены. А с Юртайкиным встречались? Юртайкин тоже я знаю. Буренин. Почти рядом мы жили с ним. Это на поселке, да? На поселке, да. Он столяром работал, вернее, сначала подручным столяром, потом столяром. И вот так все вместе выросли. Тут на заводе, да? Тут на заводе, да. Угу. Ну вот, что для вас завод в то время и сейчас? О, завод, это был второй дом, потому что мы работали по сменам. Угу. По сменам. И у меня жена тоже работала на заводе. И сейчас дочь работает на заводе. И мы, как говорится, отдали все, что надо было в то время. Тем более во время войны, по 12 часов, несмотря что молодые были, по 12 часов работали. Но однако мы, как говорится, духом не падали. И верили в победу. Да, верили в победу и работали. Война была в самом разгаре. На фронт шли эшелоны с военной техникой, в которых была и весомая частичка амурской стали. Шли на фронт и комсомольчане, амурсталевцы. Строил мартеновский цех. Угу. Вот комплекс мартеновского цеха. Собственно говоря, я на всех участках работал. Кстати, сколько вам лет было тогда? 19 лет. Я с 21 года, я приехал сюда в 40-м году. Вот, ну а потом окончал мартеновский цех полностью. Там мастер умер. Вот, меня перебросили туда, я кончал мартеновский цех, сдавал первую мартеновскую печь. Но после, когда завод уже стал работать, я в 42-м году, в декабре месяце, нас последний набор взяли в армию. Я попал в воздушно-десантную, 10-ю воздушно-десантную гвардейскую дивизию под Старую Русу. Там я был февраль, март, апрель, май, июнь, июль, в августе переехал под Харьков. Вот, под Харьковом я попал опять в отдельный воздушно-десантный отряд. Вот, ну, с отряда никого не осталось, у нас осталось только мое отделение. Угу. Мы ходили в тыл, вышли оттуда, уже отряда не было, под кривым рогом. Угу. Ну, после этого попал в 32-ю мотострелковую бригаду, и с ней я прошел до Сальнока на Тису, там ранили. Так, ну, 7,5 месяцев пролежал в госпитале, выписался в Сталинград. Сталинграду, Петропавловку, на Волге, потому что война кончилась. Ехал в Комсомольск назад. И на Амурсталь, да? Да. И в какой цех? Ну, я пришел сразу в ремонт-строительный цех прорабом на индивидуальное строительство. А, ну, надо вот было там тоже заниматься этим. Да, 36 домиков построил, потом перешел уже в цех. Ну, здесь я работал и мастером, и помощником начальника, и заместителем начальника цеха, и начальником цеха, и ушел на пенсию старшим мастером по ремонту печей. Сколько всего проработали на Амурстале? Сколько проработали? Ну, где-то в пределах 37 лет полностью то, что взято. А Павловского не помнят? Никого? Ну, как же не помню. Всех я помню. Да, немножечко расскажите. Павловский, он был в литейном цехе, он уже был не... А я в Тресте, в системе Треста работал. То есть оно встречалось? Да, конечно, все ж тут вместе были. Все вместе были. Собственно говоря, на заводе или в городе тогда самый пожилой человек был, это возраст 30 лет. А то все были молодые люди, вся же молодежь сюда съезжалась. Стариков здесь очень мало было. Вот у вас два ордена славы. Вот. Такие ордена так просто не дают их. Вот за что? Ну, один орден я получил по всей вероятности. Я ходил в склад с горючим к немцам. Разведывал горючее, а второй ходил в окружение к своим тоже с пакетом и назад с пакетом оттуда. Ну вот, по всей вероятности это. А вообще, кто его знает, заданий много было. Там сейчас это не вспомнишь. Если бы это когда вручали, тогда еще, может быть, бы помнилось. А я один орден получил под Ясами, а второй орден я получил уже здесь. Когда с госпиталя уже все после... Награда нашла героя, как говорят, да? Да. Бережно хранит музей завода «Амурсталь» экспонаты, рассказывающие о боевой и трудовой славе заводчан.
А завод «Амурсталь» когда пришли? В 41-м году. Сразу после ремесленного училища нас выпустили. Я учился во втором ремесленном училище на Демгах. Угу. Нас не доучили. И кем вы пришли токарем, сюда? Токарем. Да? Токарем. Механический цех. Механический цех. Угу. Ну вы как, сколько лет было вам там? Мне было 16 лет. У вас был наставник или вы сразу за станок сами встали? Сразу за станок. Ну, сразу нам присвоили разряды в ремесленном училище. Третий разряд, токаря, сразу станок. Куда прошли фронтовые пути, дороги? Фронтовые пути, дороги я начал воевать с Восточной Пруссией. Это было 44-й год, где-то порядка октября месяца. Вот в 44-м году прошел Восточную Пруссию всю, дважды там был ранен. Дважды отлежал в госпитале. А в каких войсках вы были? Я обыкновенный. Пехота? Пехота, стоп, прошла еще охота. Автоматчик. Автоматчик. Ну, а вот всегда запоминается какой-нибудь эпизод, какая-нибудь переделка, из которых вы выходили. Много. Ну, хоть одну какую-нибудь. Ну, если основную переделку, это под Берлином. Тяжелый бой был у нас. Это уже конец войны, где-то... Да, в конец апреля месяца. Вот там у нас ночной бой был. Это 28 километров от Берлина. Вот там было тяжело. Пришлось и удирать, что называется. Еще в голове было, что вот конец войны, да, уже вот-вот, да. Обидно а будет. Нет, что-то... Да такой возраст был, какой-то... Понятно. Не обращали внимания на это. Ну вот, вы и войну, победу встретили в Берлине? Я нет, под Берлином. 28 километров от Берлина я встретил войну. Отголосовали, и нас перебросили в Чехословакию. Там уже мы не успели. На освобождение Праги мы уже там не успели. И, понятно. И оттуда пешком через Германию, через Польшу, в эту... Белоруссию и Белоруссии. Понятно. Остановились 40 километров от Бобруйска, местечко в Речи. Потом меня отправили в Бобруйск на учебу. Там я получил звание младшего лейтенанта. До по приказу Сталина демобилизовали. Приехал опять сюда на Комсомольский, на Амурсталь, да? И на Амурсталь. И в какой цех? Так же. Вы воевали на Дальневосточном фронте, да? Это в 1937 году. Вот. Ну, мы все-таки оказались участниками хасанских событий. Uh-huh. А потом опять нас перебросили во Владивосток. С Владивостока выехали на Хасан. Uh-huh. Лагеря и оставили нас в зиму. Строили там себе землянки на зиму. И там жили. Наш батальон непосредственно стоял в заставах. Из заставы, застава называлась «Пропасть», а батальон назывался «Батальон погранподдержки». И мы систематически с этими японцами встречались. Понятно. Они просто нарушали, если не день, так через день. Ну, понятно. Вот 41-й год начался. Ага, 41-й да. год. Вот. В 41-м году, в августе месяце. Ну, тут дело, что надо бы сказать, что в 39-м году увеличили срок службы младшим командиром. Мои друзья демобилизовались, а я остался. И началась война. И в августе месяце собрали нас старослужащих, этих младших сержантов. Сержантов тогда не было, этих сержантов, да, командир отделения, комвзвод, старшина. И имеющие, по приказу Сталина, имеющие среднее и неполное среднее образование, направить в военное училище. И так я был направлен в военное училище, Владивосток, военно-пехотное училище. Вот вы закончили училище. Где вам пришлось воевать? Воевать? А воевать не пришлось, значит, здесь на Востоке. Но я и был на Западе. На Западе я только был ранен, воевать не воевал. Я возил маршевую роту, и прибыл в Прибалтике, мне там ранило. Но я до этого еще на Холхенголе воевал. Вот на Холхенголе я воевал по-настоящему. Вот скажите, что вам помогало вот выдержать, выстоять? Ну, что помогало, конечно. Сила воли, знания, без трусости.
смелость. Вот это мне и помогало. Она вера в победу, наверное. Веру, да? В победу. Ну, а именно веру в победу. А потом я это здесь, когда мы в первом ряду пошли, первое в наступление. Ну, я воевал на направлении Гродоко, первый фронт. Угу. Гродекова. И когда мы перешли границу, тут взяли пограничную, потом пошли дальше. И на седьмой день войны Микадо дал приказ капитулировать, безвыходное положение. Я уже командир роты был ранен, я был командиром роты. И нам подали 18 белесов, и чтобы немедленно, как можно добираться до Гирина и пленить императора Пуи. Понятно. Итак, после войны вы оказались в Комсомольске, да? Да. И на Мурстале? Да, на Мурстале. Уже в годы войны завод переплавлял грозную военную технику. Шло время, завод рос, превращался в мощное металлургическое предприятие. Неполных 18 лет был призван в армию. Это в каком? Это в 43-м году. Не сразу на фронт? Нет, не на фронт. Мы приехали в Шумановск. Там стоял запасной полк, 87-й стрелковый запасной полк. При нем был учебный батальон, и он одновременно формировал маршевые роты для фронта. Ну, в учебном батальоне нас обучили младшими командирами, и потом участвовали на фронте, второй Дальневосточный фронт, здесь, на японских событиях. Скажите, вот этот у вас, это что такое, вот, орден? Это за честь и мужество маршала, это знак маршала Жукова. Значит, это недавно, да? Награждается Центральным Советом, как он называется? Ветеранов, да. Понятно. Это Жуковский, Жуковский. Понятно, понятно. Где вы конкретно воевали? Конкретно мы перешли Амур Благовещенский и на Цицикаром Маргарском направлении прошли мы километров где-то около 500. Значит, ну, на всем протяжении пока шли, значит, стычки с японцами, а наибольшее, так сказать, сражение было на Ганзянском укрепленном районе. Вы в каком звании были? Нас в Шумановске младшими командирами выпустили, я был младшим сержантом и был командиром пулеметного расчета. Очень сильно укрепленный район, его брали, так сказать, трудно. И наш полк, 500-стрелковый полк, значит, перебросили в тыл укрепленного района. Танки подходили, артиллерии расстреливали дзоты, а взять их нужна была пехота. После войны вы приехали в Комсомольск, да? Как да. Вы на заводе Амурсталь оказались? Ну, 4 года мы здесь в составе 500-го стрелкового полка, нас переименовали в 435-й, и 4 года мы здесь служили. Поэтому, так сказать, после демобилизации из Братска я приехал сюда, поступил на завод «Амурсталь» учеником электрика. Год учебы в техническом минимуме, 3 года школы мастеров, 5 лет техникум. Таким образом, вот «Амурсталь». У нас очень замечательный трудовой коллектив. Вот сейчас в Совете ветеранов у нас 1400 человек на учете. Ну, бери любого и награждай орденом. Ну, вы верите вот в свой завод? Сейчас вот очень трудно, очень трудно. Вот уверенность есть, что все-таки поднимется завод? Разобщенность сейчас. Сейчас на территории бывшего завода 6 предприятий. И слава богу, что они вот, когда мы поддерживаем связь, как-то немножко выживают, как-то немножко организуют и работают. Сейчас вот во многом поддерживает Совет ветеранов, и мы стараемся как-то со старичками заниматься,
помогать тем, чем можем. А в 51-м демобилизовался я. Вот. В 51-м году. Угу. Вот. Это в августе месяце. Угу. Вот. И с 31 августа я уже пришел на завод, устроился. Тут тяжело устраиваться было. Ну, устроили меня. Вот. Омочком. Лютоцех. Кем-кем? Омочком. Омочком. Да, омочком. Я одновременно на шофера учился. Угу. Вот. И на омочка учился, и на шофера. Специальность командира рулил. У меня не было специальности. У меня зато башка маленькая варила. Вот так. Ветераны амурсталевцы хорошо помнят и февраль 74-го года. Еще бы, прокатана 10-миллионная тонна стали со дня пуска предприятия. И вот среди участников того волнующего события Борис Иванович Юртайкин, ветеран завода, который воспитал немало учеников, которые стали большими мастерами огненной профессии. Как пришла, выучилась машинистом кранов в прокате один, так и проработала 30 с лишним лет там. Цех-то горячий, да? Горячий цех и на горячем металле, и на над печами. В общем, все горячий цех, это мне все 30 лет я все отработала. У вас был наставник? Ну, были у нас, конечно, были наставники, помогали нам во всем. Ну, и мы, конечно, слушались всех старших. Вам не страшно было этот горячий прокат, такой железо-то? Ничего? Нормально? Мне было страшно, когда раздевали еще, поднимали крючками, да. Там стоял человек, горячо заскочит, боишься, думаешь, не дай бог, перекинется слябы или слитки, значит, авария. И сколько учеников подготовили? Да, наверное, человек 5 подготовила. Угу. Подготовила за свою работу. А вам пришлось работать вместе с Юртайкиным, Войтовичем? Бурениным, да? Да. Работали, знакомы, хорошо знакомы. Да. Этих всех мы знаем, да. Вместе ходили в заводской клуб на танцы, на вечера, в самодеятельности. И жили где-то все недалеко вместе? Все здесь, на поселке. На поселке на Амурстале, и жили все на Амурстале. С 90-го года работаю я в Амурметале в третьем прокате электромонтером. Ну, работа трудная. Да нет, я ж привык, много работаю. Ну, уже опыт богатый, да? Богатый. Ну, наверное, и ученики есть? Ой, учеников у меня, конечно, очень много. И уже и начальниками работают, и там мастерами. Ну, вот что вот сейчас для вас завод? Вот в наше вот сейчас вот трудное время. Да, сейчас, ну, как сказать, завод, для завода сейчас завод очень трудно работает, конечно. Восстановить... Разворованный завод было очень трудно. Ну вы верите? Я в верю. Себя, в людей. Верю, что будет работать завод. Может еще и объединиться, будет один Амурсталь. Угу. Мой отец начинал здесь, вот не помню какой год, но он начинал со 126-го завода. А на Амурстале? А на Амурстале он... Строительство еще было. Он, он рассказывал о Богатыреве еще, о директоре Богатыреве. Вот он при 5 директорах. Угу. 3 из них, это великолепные директора, я считаю. Угу. Александр Евсеевич, угу. Леонид Степанович, угу. И Алексей Сергеевич. Угу. Сергей Алексеевич, извините. Угу. В цехе работали прямо с ямы. Одни колонны были с 85-го года, с декабря. Трудно было вначале. Радовался, когда прихожу в цех зимой, а в цехе жарко. Раз жарко, значит, хорошо катали. Много было металла, значит, хорошо катали. А сейчас холодно? Ой, конечно, не то уже, все не то. Но, тем не менее, после двухгодичной остановки, когда запустили проволочный блок, и после двухлетней остановки разворованного цеха, я, честно говоря, сомневался. Знаете, я тоже живу недалеко, и вот смотрю на трубы, иногда нет-нет, и дымок-то идет из них, значит, начинайте потихоньку. Это радостно, да. Этого надо радоваться, и город будет жить от этого. Да. Вот я завод люблю, я нигде не работал, поэтому у меня вся жизнь связана с заводом. Угу. И когда после двухгодичной остановки разворованное оборудование запустили снова проволочный блок, пошла первая проволока, угу. Я не буду кривить душой, у меня слеза навернулась. Просто я был счастлив. Угу. И подвиг товарищей в памяти будет, его позабудешь едва ль. Советские люди, бесстрашные люди, вот это и есть Амурсталь.
Добрый вечер. В прямом эфире студии «Актуальных проблем» и тема нашего сегодняшнего разговора – взаимоотношения нас, как налогоплательщиков, и налоговых служб, или, как сейчас это называется, инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по городу Комсомольску-на-Амуре. Всем добросовестным налогоплательщикам, а также частным предпринимателям и всем тем, кто мало знает, но интересуется начислением подоходного налога, я советую приготовить ручку и бумагу. Надеюсь, что на протяжении нашего разговора вы получите полезную для себя информацию. Если по ходу разговора у вас возникнут вопросы, звоните нам в студию. Телефоны студии 4-5310 и 4-2986. Первое, о чем пойдет сегодня речь, это декларационная кампания по итогам 1999 года. Но прежде чем мы приступим к разговору, я хочу представить наших гостей. Сегодня в студии Наталья Викторовна Лысакова, главный государственный инспектор отдела анализа, информационно-разъяснительной, камеральной работы и учета физических лиц. Тамара Федосеевна Калугина, начальник отдела подоходного налога и прочих доходов. И Тамара Феодосевна Агеева, начальник отдела документальных проверок физических лиц предпринимателей. Итак, декларационная кампания по итогам 1999 года. Если вспомнить год прошедший, то становится понятно, что нынешняя декларационная кампания отличается от предыдущей уже самими сроками ее поведения. Наталья Викторовна, вопрос вам. Чем вызван такой значительный перенос сроков? Ведь ранее контрольный срок был 1 апреля, а теперь 3 мая, если я не ошибаюсь. Не выборами ли президента это обусловлено? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Свое выступление начну с того, что в марте месяце 1999 года были внесены изменения в закон о подоходном налоге с физических лиц. Там было ряд изменений, в том числе произошло изменение и о сроках предоставления декларации. И мы руководствуемся этим законом. Естественно, что это не так просто перенос был сроков. А чем это вызвано и что, на что это влияет, это вопрос не моей компетенции. Ну хорошо, со сроками разобрались. То есть контрольный срок подачи декларации о доходах – это 3 мая 2000 года. Давайте вернемся к закону. Начнем с закона. Кто должен подавать декларацию о доходах? Начнем с того, что известно, наверное, всем. Декларацию о доходах должны подавать все физические лица, которые в течение минувшего года имели доход из одного и более источников. Но и тут есть, наверное, свои нюансы. Да, есть свои нюансы. То есть не все физические лица, кто имел доходы помимо основного места работы или там с других источников, должны предоставлять декларацию. Предоставляется декларация физическим лицами в том случае, если совокупный налогооблагаемый доход по истечению года превысил 30 тысяч рублей. То есть обложение прошло по свыше минимальной ставки. То есть свыше 30 тысяч рублей они обязаны предоставить декларацию о доходах. Наталья Викторовна, давайте попробуем пояснить немного. Если я, к примеру, вполне официально работаю по совместительству в другой компании, плачу налоги и там, и здесь, должна ли я подавать декларацию о доходах? Да, если вы по истечению года предоставляете, ну, берете справки на предприятии по основному месту работы, там, где вы работаете, по договору там, или контракту, и смотрите, что ваш налогооблагаемый доход превысил 30 тысяч рублей, то вы обязаны представить декларацию. То есть, по идее, во время декларационной кампании я должна собирать справки и свой доход считать сама? Да, по истечению года, да, вы считаете сами. То есть, возлагается это на налогоплательщика обязанность контролировать свои доходы. Спасибо. Вернемся к закону. Продекларировать свои доходы должны все частные предприниматели, кроме тех, чья деятельность подпадает под действие закона о едином налоге на вмененный доход. А если я занимаюсь несколькими видами деятельности, то есть один вид деятельности подпадает под этот закон, другие нет, но налоги я все плачу исправно. В любом случае, даже если вы платите все налоги исправно, но та деятельность, которая попадает под декларирование, то есть подачу декларации, вы подаете ее в налоговую инспекцию. А если я по каким-либо причинам предпринимательской деятельностью не занималась в течение года, но вот имею свидетельство частного предпринимателя? Все физические лица, кто зарегистрирован в качестве предпринимателя, в любом случае подают декларацию, так называемая это нулевая декларация, без доходов, но информировать налоговые органы они обязаны. Спасибо. Декларирование обязательно для всех, кто в течение года получал доход от сдачи в аренду недвижимости или другого имущества, например, какого еще? Это, вы знаете, декларируется в том случае другого имущества,
на состоящие на правах личной собственности. И опять же, тут есть нюанс. Если их доход, значит, превысил 1000-кратный минимальный размер оплаты труда, то есть 83 490 рублей. Если эта сумма превысила, то вы предоставляете декларацию от продажи личной собственности. И сдачи в аренду? И сдачи в аренду. Любовь. А если, допустим, в аренду сдавала я квартиру на 3 месяца? Не на год, а на 3 месяца, все равно? Да, потому что доход у вас облагается по совокупности. Не по месяцу, не по кварталу, а по совокупности, полностью за весь календарный год. Давайте попробуем представить себе немного более сложную ситуацию. Например, я снимаю квартиру, плачу только за коммунальные услуги, за электричество. И хозяйка моей квартиры живет в другом городе. Она должна декларироваться или нет? Обязательно ваша хозяйка должна подать декларацию в налоговый орган по месту своего жительства, постоянного, там, где она сейчас проживает. Откуда налоговые органы того места жительства будут знать о том, что она дает квартиру в другом городе? Ну, вы знаете, эта информация поступает, в принципе, закрытая информация, и разглашению особо не подлежит. Но налоговая инспекция будет знать. То есть налоговые службы взаимосвязаны и конечно, работают, сотрудничают? Да, понятно. Вернемся к закону. Декларация доходов должны подавать лица, получившие доход от продажи недвижимости, стоимость которой превышает 5000-кратный размер минимальной оплаты труда. Mm-hmm. То есть это 414,5 тысяч рублей. Если я продала недвижимость, опять же, в другом городе, и ее стоимость 400 тысяч, можно не подавать декларацию? Если... Да, то есть ваш доход... получился меньше 5000-кратного размера облагаемого, и в совокупный годовой доход вы его не включаете. Ну, я так начинаю понимать, что вопрос о купле-продаже, известен ли он будет налоговым службам, просто излишний уже в этой ситуации. Да, прежде всего налогоплательщик должен в конце календарного года вспомнить, какие у него были источники доходов, достоверно их указать в декларации, представить ее в срок. Тогда эти вопросы не возникнут, откуда в налоговой инспекции информация. В законе о декларировании предусмотрена необходимость отчета о своих доходах всех, кто занимается частной практикой. Нотариусов, адвокатов, кого еще, и есть ли нюансы в этом вопросе? Да, да, значит, 1 января 2000 года у нас еще была такая категория плательщиков, как аудиторские услуги, преподавательские услуги. Сейчас этот вид деятельности попадает под уплату единого налога на вмененный доход, поэтому на деятельности декларирования... на обыкновенной деятельности у нас остались адвокаты и нотариусы. И еще в последнем пункте закона сказано, что декларации доходов должны подавать иностранные граждане. При каких условиях? При условии, если они проживают на территории Российской Федерации свыше 183 дней. Тогда они подают декларацию. Спасибо. Итак, с тем, кто должен представлять декларацию о доходах, мы, кажется, разобрались. Напомню, что в студии работают телефоны 4-53-10 и 4-29-86. Звоните нам. Приступим к обсуждению формы декларации. Раньше декларация о доходах представляла собой довольно внушительную брошюру, и человека, не склонного к графомании, от одного взгляда на нее тоска брала. Скажите, пожалуйста, Наталья Викторовна, в этом году изменилась ли форма декларации, упростилась ли она? Если сравнивать с прошлым годом, то декларация по прошлому году составляла у нас 13 листов декларации. В этом году декларация у нас из 3 основных листов и из 10 приложений. То есть получается, что от перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Форма осталась та же. Принцип заполнения декларации остался тот же. Поэтому если здесь упрощение, на мой взгляд, как специалиста, упрощения в декларации я не нашла. А всем ли, кто должен продекларироваться, нужно покупать весь пакет документов и заполнять все эти 13 листов, или есть какие-то исключения? Нет, конечно, есть исключения, и совершенно необходимо покупать весь пакет документов, этих приложений. Покупаются первые 3 основных листа, и заполняется налогоплательщиком только те приложения, которые ему необходимы. Ну, допустим, если предприниматель занимался только предпринимательской деятельностью одним видом, двумя, тремя видами доходов, кроме предпринимательской деятельности, не имел никаких источников доходов, то он заполняет 3 основных листа декларации. То есть это первый лист декларации, второй и третий. И приложение к этой декларации он заполняет лист В, лист Е,
там, где он указывает все свои льготы и вычеты, и лист И. Всего больше никаких листов декларации для этой категории налогоплательщика заполнять не надо. Итак, декларация заполнена. И скажите, пожалуйста, можно ли и в какие сроки вносить изменения в уже поданную декларацию? Изменения в декларацию можно подавать с момента, значит, через месяц, с момента подачи первой декларации. Налогоплательщик может в течение месяца изменить доходную или расходную часть декларации. Я знаю, что все декларации, которые поданы в налоговую инспекцию, проходят проверку. Скажите, пожалуйста, насколько часто встречаются неточности, умышленные, неумышленные? Тамара Феодосьевна, это же вопрос вам. Учитывая практику проведения проверок в течение 1999 года, из 135 проведенных проверок налоговых деклараций полностью были проанализированы и определены ошибочно составленные налоговые декларации, которые повлияли на суммы доначислений, и, следовательно, за доначислениями, конечно, применялись налоговые санкции за нарушение норм налогового законодательства. Практически более 90% налоговых деклараций. Поэтому при составлении налоговой декларации, конечно, нужно быть очень внимательными налогоплательщикам, нужно обращать внимание на правильность отражения доходной части налоговой декларации, на правильность и полноту подтверждения расходов, отражаемых налогоплательщиком налоговой декларации, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда налоговый инспектор приходит для проведения проверки к налогоплательщику, либо затребует документы в налоговую инспекцию для осуществления такой проверки. Тамара Федосовна, давайте, наверное, всех сразу пугать не будем, а скажем, в каких случаях или в каких суммах, когда неточности возникают, за дело берется уже налоговая полиция? Для того, чтобы передавать материалы в налоговую полицию, конечно, не так часто мы сталкиваемся с такими налогоплательщиками, но однако же, вот из этих 135, как я назвала, налоговых проверок, по 17 налогоплательщикам мы вынуждены были передать материалы на рассмотрение и либо возбуждение, либо отказ в возбуждении уголовного дела по таким налоговым проверкам, по таким налогоплательщикам. Много доходов спрятали? Суммы, конечно, есть разные. Если говорить о некоторых налогоплательщиках, эти суммы составили в пределах 2-6 миллионов по одному из налогоплательщиков. Но есть, конечно, и такие, у которых сумма налога, сокрытого от налогообложения, составляет 18, 20, 25 тысяч. То есть в среднем-то сумма по сегодняшним меркам не столь велика, но она влияет на вот именно причину обращения к нормам уголовного права. Ну, в любом случае, наверное, не нужно забывать, да и не нужно напоминать нашим зрителям, что наши налоги, в любом случае, это зарплата наших бюджетников, учителей, врачей, и поэтому нужно все-таки платить, наверное, налоги и спать спокойно. Давайте посмотрим, есть ли у наших телезрителей вопросы по декларационной кампании. Вот такие вопросы. Следует ли включать совокупный доход стоимость проездных билетов, выданных на предприятии? Я считаю свои доходы, получила компенсацию за проезд. Нужно ли включать это в доходную часть свою? При составлении налоговой декларации стоимость проездных билетов можно включить только в том случае, если это связано непосредственно с деятельностью, осуществляемой данным предпринимателем. Если, предположим, предприниматель едет в командировку для заключения договоров, для каких-то совершения сделок, естественно, эти расходы он может включить в свою налоговую декларацию. Если же он не сможет подтвердить взаимосвязь произведенных оплат за билеты, конечно, такие суммы включать в налоговую декларацию не следует. Вот опять про 30 тысяч вопрос. 30 тысяч всего дохода или основного? Ходят ли туда северные? Общий доход считается? Налогооблагаемый доход, то есть это за минусом районного коэффициента и северных надбавок.
Спасибо. Так, Паншин, проспект Победы, 28, спрашивает. Я пенсионер и работаю на заводе Гагарина. Доход годовой 30-40 тысяч рублей. Нужно ли мне сдавать декларацию? То есть пенсия и заработная плата. Пенсии не включаются в совокупно облагаемый доход. Если он имел только основное место работы на Гагарина, то декларацию подавать в этом случае не надо. Так, какие категории физических лиц освобождаются от подачи декларации? Вот такой вопрос. Освобождаются только те категории налогоплательщиков, которые имели основное место работы на одном предприятии. Если какой-то хотя бы источник был выплаты, получения материальной выгоды или еще каких-то доходов, то он обязан представить декларацию. Какие меры ответственности предусмотрены в случае сокрытия объекта при упрощенной системе налогообложения? Значит, декларацию, которую подают у нас плательщики на едином налоге, на упрощенной системе налогообложения, доход по этим декларациям не пересчитывается, поэтому финансовая санкция не применяется, но однако налогоплательщик может быть привлечен к административному правонарушению, то есть в размере штрафа от 2 до 5 минимальных размеров оплаты труда. Еще такой вопрос по декларации, по заполнению. Какие листы декларации заполняют частные предприниматели, если основного места работы не имеют? Вот мы сейчас говорили, получается всего пакет 6 листов, это 3 основных листа, лист В, Е и И, К. Учитываются ли в составе расходов индивидуальных предпринимателей некомпенсируемые убытки в результате пожаров, хищений, виновники от которых не установлены? Вообще, да, затраты налогоплательщику включаются суммы фактически понесенных, документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением дохода. Убытки, он доход из этого не извлекает, то есть убытки не включаются, даже если в расходы не включаются, даже если они не компенсируемые, то есть это пожары, затем хищения и подтверждаются документами. УВД, пожарной охраны, в любом случае в расход они не включаются. Потому что не включаются. Хорошо, сгорела моя фирма, налоги платить не с чего, расходы не считаются. Если по основному месту работы в 99 году я получил налогооблагаемый доход в размере 29 тысяч рублей. Кроме этого, мне начислили материальную выгоду по вкладу в банке в размере 5 тысяч. Должен ли я в этом случае подать декларацию о доходах? Ну, в данном примере получается доход, что физическое лицо получило свыше 30 тысяч рублей по совокупности. Декларация в этом случае предоставляется. То есть даже при получении материальной выгоды в банке, не работа дополнительная? Материальная выгода считается тоже доходом. То есть если даже в лотерею выиграла? Это тоже ваш доход. Какую сумму подоходного налога следует указать при заполнении в разделе 5? Оля, ой, это такой частный вопрос. Сумма налога исчисления, справки о доходах физического лица. Налог исчисленный, с начисленной от Наталья Викторовна. Я поняла этот вопрос. Это имеется в виду те справки формы номер 3, приложение к инструкции 35, которые заполняет бухгалтерия предприятия, предоставляет налоговую инспекцию. В этом в поле 5 заполняется сумма исчисленного налога с фактически выплаченного дохода. Почему? Потому что тоже прошли изменения. Раньше у нас было с начисленной суммы, они подавали эти справки. А сейчас фактически выплаченного дохода, исчисленного налога ставится в это поле. Спасибо. Как отнести правильно в расходную часть закупленный товар, если предприниматель осуществляет розничную торговлю? И оптовый тоже занимается. Да, ну в этом случае, если предприниматель имеет два вида дохода, получает доход от розницы и от опта, учет доходов и расходов он ведет в раздельно. И в расход включает при заполнении декларации, он заполняет реестр расходных документов и включает расходные документы только по оптовой деятельности, только то, что у него прошло по опту. Розница идет на вмененный налог. Вот последний вопрос, который к нам поступил, пока последний. Применяются ли нормы командировочных расходов для индивидуальных предпринимателей? Для индивидуальных предпринимателей, согласно положению 116, это закона о труде,
написано, что служебными командировками считаются те командировки, когда руководитель предприятия направляет своего работника для решения служебных вопросов. То есть компенсационные выплаты по командировочным расходам относятся только для юридических лиц. Предприниматели же, они идут без образования юридического лица, деятельность их самостоятельная, и компенсационные выплаты по командировкам в расход они не включают. Но, однако, налоговая инспекция может принять у него расходы, связанные с проездом и проживанием, если, опять же, подтверждены документами. Спасибо. Итак, по декларированию вопросов пока нет. Я надеюсь, что мы хорошо разобрались с этой темой. Единственное, что хотелось бы еще спросить. У нас в городе зарегистрировано более 9 тысяч предпринимателей. Значит, декларации о доходах придут подавать минимум 9 тысяч человек. Мы помним обстановку в налоговой инспекции накануне контрольного срока. Это многочасовое стояние в очередях, потеря времени. Можно ли предварительно записаться на подачу декларации о доходах? Да, в налоговой инспекции существует такая практика. С этого года производится запись в кабинете 49 ежедневно с 10 до 14 часов, кроме пятницы. То есть может предприниматель обратиться на определенный день, час, записаться, чтобы не стоять в очереди. И еще, если не сейчас, не во время эфира, позже, завтра или через неделю возникнут вопросы по заполнению формы декларации, где можно проконсультироваться? У нас работает консультационный пункт, это Ленина 38/3, третий этаж, актовый зал. Часы работы с 10 до 12 ежедневно, кроме пятницы. Спасибо, Наталья Викторовна. Продолжим наш разговор. К сожалению или к счастью, у нас налоговое законодательство в последние годы больше напоминает живой организм, который постоянно видоизменяется. Для рядового налогоплательщика это скорее напоминает организм инопланетянина, потому что он и так мало изучен, а из-за его бесконечными мутациями не специалисту уследить очень сложно. Давайте попробуем рассмотреть еще один аспект взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых служб. Этот аспект касается в первую очередь граждан работающих, подоходный налог. Начнем с изменений в шкале подоходного налога, и я предоставлю слово Тамаре Федосеевне Калугиной. Да, шкала подоходного налога у нас, конечно, в этом году стала намного либеральнее, чем в прошлом. Если в прошлом году было 6 ставок, то в этом году 3. Это уже что-то значит. И еще немаловажно. В прошлом году у нас минимальная была зарплата 12% до 30 тысяч, то в этом году до 50 тысяч. И еще изменение такое тоже очень важное. В прошлом году у нас единственный год, который внесли это изменение, наша ставочка 12% сразу делилась на 3,9%. То есть 3% сразу отчислялись в федеральный бюджет, а 9% оставался в территории. Что в этом году подумали, наверное, решили, что это все-таки не очень удобно, и поэтому оставили 12%, как и было раньше. Единственное, что для бухгалтеров, конечно, ну это было постановление нашего краевой администрации Ишаева, он там и был закон по бюджете. Вот эти вот 12% для бухгалтеров особенно и для предпринимателей также будет 16% перечислять они будут в федеральный бюджет, а 84% территорию остало на счета. То есть для бухгалтеров также будет 2 платежных поручения. Давайте о приятном поговорим. Например, о льготах по подоходному налогу. Какие есть льготы и какие по подоходному налогу? Да, вот последние изменения по подоходному налогу, здесь немножко добавились льготы. Ну как льготы? У нас уже когда это в законе, что именно какие-то категории освобождаются от уплаты подоходного налога, сейчас такого нет. Сейчас только у нас есть льготы в виде доходов, которые не облагаются, не входят в совокупный налогооблагаемый доход. И также есть категории лиц, такие как инвалиды, которым предоставляется дополнительная льгота, то есть тоже также в размере минимальных
там трехкратная, пятикратная, десятикратная, которая также минусуется с облагаемой базы. И вот последнее изменение тут небольшое, что не стали облагаться подоходным налогом такие, как сумма материальной помощи, оказываемая физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации. Также суммы, полученные физическими лицами в виде международных, иностранных или российских премий за выдающие достижения. И еще немаловажная льгота сейчас для всех граждан, это изменился, как говорится, шкала необлагаемых минимумов. Если раньше, в прошлом году, было до 10 тысяч, двойную минимальную ставочку применяли необлагаемую, то сейчас ее в этом году уже сделали до 15. И с 15 до 5, до 15 применяется двойная минимальная ставочка, как на самого физического лица, так и на каждого иждивенца и ребенка. А после 15 до 30, до 50 одинарный размер применяется. Раньше эта граница была от 10 до 30. Тоже здесь уже добавился совокупный доход, который не будет облагаться налогом. И уже от 50 уже льгота эта будет прекращаться. То есть как вот она сложится с начала года, так и она замораживается, если у вас доход превысит 50 тысяч рублей. Тамара Федосеевна, давайте приведем пример и объясним, наверное, чтобы было понятнее. К примеру, мой доход, это годовой доход, годовому шла речь, годовой, составляет 30 тысяч рублей. С какой суммы будет браться подоходный? Какой? Если у вас совокупный доход, то есть начисление ваше, говорят, грязные деньги еще, начисление 30 тысяч рублей, с этого годовое, с этой суммы у вас пересчитаются, если у вас вы сами и у вас есть один ребенок, то вам предоставят необлагаемый минимум в размере двухкратной минимальной месячной оплаты труда. То есть 83 рубля 49 копеек умножается на 2, умножается еще на 1 раз 2, потому что у вас еще раз ребенок есть, и отнимается, вот эта сумма отнимается от 30 тысяч. И то, что остается, еще минусуется 1% пенсионного фонда с ваших 30 тысяч. И вот то, что останется, уже будет браться по шкале 12%. Будет облагаться подоходным налогом. Да. Вот вопрос поступил. Облагается ли подоходным налогом внесенная плата за родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях? Если предприятие платит за родителей родительскую плату, то этот доход будет облагаться налогом. Но сейчас, я знаю, вы знаете, наверное, что предприятие содержит место, детское место в детском учреждении, то есть участвует в долевом содержании этого детского садика, то вот эта оплата предприятия по договору облагаться не будет совокупным доходом. Спасибо. Начинают поступать вопросы по декларации еще. Анна Ивановна Иванова. Я имею основное место работы и занимаюсь преподаванием. Репетиторством, наверное, какие документы необходимы для составления и подачи декларации? Может быть, она не имеет официальной регистрации, возможно, но вот законопослушный налогоплательщик. Ну как она не имеет? Она обязана иметь, если она занимается этой деятельностью, официальную регистрацию, то есть стать на учет в налоговую инспекцию как частный предприниматель, во-первых, зарегистрироваться и стать на учет как частного предпринимателя. И деятельность Анны Ивановны попадает под действие закона о едином налоге на вмененный доход. То есть прежде всего она должна сдавать расчеты, оплачивать свою деятельность, потом уже работать. То есть декларацию она не предоставляет. Сколько часов дополнительно? Да, там своеобразный расчет. Ей нужно обратиться в налоговую инспекцию за консультацией, ей все разъяснят по единому налогу. А за 99-й год? Простится ей эта деятельность или нужно будет регистрироваться и задним числом платить единый налог? Ну, здесь она не говорит, что она не зарегистрирована. Наверное, зарегистрированная. Вмененный налог придется, конечно, платить. Но если нет? Если не зарегистрирована? Она обязана зарегистрироваться. Конечно, зарегистрируется и будет платить единый налог со всеми вытекающими обстоятельствами. А успеет до контрольного срока? Насколько длинен, насколько долог этот процесс регистрации? Ну, вообще, по 99-му году расчеты сдаются до 28 февраля по единому налогу. То есть они уже должны до сегодняшнего дня, понятно.
Ну что ж, посоветуем, наверное, все-таки встать на учет и подать налоговую декларацию. В прошлом году проводилась учеба по заполнению декларации. Почему в этом году она не проводилась? Вот так вот. В основном, дело в том, что у нас разработаны графики, порядок приема декларации. Основная часть тех, кто будет декларироваться, идет у нас на апрель месяц по графикам. Я думаю, что до апреля месяца мы проведем еще учебу с налогоплательщиком обязательно по заполнению декларации. Спасибо. По подоходному вопрос. Предоставляется ли льгота по подоходному налогу работнику, имеющему ребенка, на содержание которого он платит алименты? Да, представляется. Представляется. То есть и маме этого ребенка, и папе, который платит алименты. Понятно, спасибо. Вправе ли организация самостоятельно выделять в целях налогообложения суммы районных коэффициентов и северных надбавок при расчете отпускных? Да, до 1 июля 1999 года у нас в законе было написано, что подоходным налогом северные коэффициенты заработной платы облагаются отдельно от основной заработной платы по ставочке 12%. Этот порядок не распространялся на начисление отпускных и больничных, потому что там производится исчисление по среднему заработку. А порядок исчисления среднего заработка, он оговаривался Госкомтруда и не предусматривал выделение этих районных и северных надбавок. Но с прошлого года, с 1 июля, в закон внесли изменения, что в таком же аналогичном порядке облагается подоходным налогом северные и коэффициенты, которые исчисляются из отпускных и больничных листов. То есть закон официально дал разрешение. Имеет ли право человек на льготы по подоходному налогу при приобретении или строительстве жилья? Да. У нас есть такая льгота, которая предусматривает сумма расходов, которые несет физическое лицо на строительство или на покупку квартиры, дачи, дачного домика, они, вот эти расходы, могут сминусоваться с облагаемой суммы дохода физического лица. Такая льгота предоставляется гражданину один раз в жизни, в течение где-то трехлетнего периода, с момента покупки квартиры или какого-то объекта в собственность, или с момента начала строительства. Давайте поясним и тоже попробуем привести пример, чтобы было понятнее. Допустим, я купила квартиру за 120 тысяч рублей. Каким образом это будет вычитаться из подоходного? Зарплата у меня гораздо меньше, несравнимо меньше. Каким образом это будет вычитаться из подоходного? Ограничение здесь есть только то, что сумма вашей покупки не должна превысить 5 тысяч кратность. Ну, если 5 тысяч умножить на 8349, эта сумма, конечно... 414,5 тысяч. Да. Вот в пределах вот этой суммы вы можете получить, если, конечно, у вас доход еще позволяет. Потому что льгота предоставляется в пределах вашего дохода, который вы получаете в течение трех лет. Если у вас вы купили квартиру в 99-м году, допустим, обратились по месту своему основной работы, если не успели, можете еще обратиться в налоговую инспекцию, предоставив декларацию, получить эту льготу по доходам за 99-й год. А если вы не успели вообще 99-й ни там, то считайте, что 99-й год для вас уже потерян. Эта льгота не переносится на следующие три года, а начнется исчисляться только в 2000 году и в 2001 году. То есть эту льготу вы можете получить в течение трех лет с момента покупки и в пределах вашего дохода. Тамара Федосеевна, а если еще проще? Значит, вот эти 120 тысяч моих квартирных раскидываются на три года на сумму подоходного налога моего. То есть получается, что три года, ну практически три года, или сколько получится по времени, пока я эту сумму всю себе не компенсирую, я подоходный платить не буду вообще. Да. Если у вас, допустим, ежегодное 30 тысяч, вот в год вы получаете ежегодно, и платите с 30 тысяч подоходный налог, а у вас за три года всего 90, так что вы вот в течение трех лет не будете платить вообще ни рубля, и вообще у вас деньги останутся, пропадет. То пропадет. Понятно, значит, покупайте дешевое жилье. Имеет ли право физическое лицо на льготу по подоходному налогу приобретение доли квартиры?
Нет, законом предусмотрено только получение квартиры, а доли квартиры законом не предусмотрено. Законом, а то в коммуналке никто ничего не восстановит. Нет, вот именно что. Дело в том, что комната в коммунальной квартире, она идет как самостоятельное жилье. И если у вас есть на покупку этой квартиры договор купли-продажи именно комнаты в коммунальной квартире, то есть в этом случае вы получите. Тамара Федосеевна, мы разобрались с покупкой квартиры. Это, по-моему, просто. Сумму раскидали по подоходному и все. А если мы говорим о строительстве жилья, как я могу наперед подсчитать все свои расходы? Или мне нужно сделать какую-то прикидку? Или заранее сказать сумму по максимуму, чтобы подольше... Дело в том, что когда, конечно, вы приобретаете жилье проще. Договор купли-продажи, сумма там оговаривается. А когда вы начинаете строительство дома, то, конечно, у вас расходы, они постепенные идут. Вы начали строительство в 99-м году, затратили какую-то энную сумму денег. Эту энную сумму денег вы также обращаетесь в свою организацию или в налоговую инспекцию, предоставляете все необходимые документы и получаете льготу по тем расходам, которые вы, как говорится, совершили в 99-м году. То же самое идет в следующем году и в следующем. По мере того, как вы, как говорится, производите расходы, по мере того вы получаете доходы. И не обязательно ждать, допустим, конечную, там, один раз в году получить ее. Если вы приобрели квартиру или начали строительство в июле, пишите за нее с июля, и вам вернут за 6 месяцев. И до конца года вы будете получать эту льготу. То есть это то же самое, только растянуто во времени получается. Да, да. Вопросы. Наталья Ивановна Бочарова. Если в 1999 году продана дача, вносится ли доход, полученный от продажи, в декларацию и облагается ли налогом? Смотря за какую стоимость продана дача, это как идет как личное имущество. Если у него свыше 5000 кратный размер, то доход идет в совокупности с налогооблагаемым с основным местом работы. Если попадает под льготу, то его включать не надо в декларацию. Декларация не предоставляется, если только одно основное место работы. У нас, конечно, трудно представить себе дачу в нашем регионе, которая будет стоить 414,5 тысяч рублей. Поэтому, скорее всего, Наталья Ивановна, вам не нужно будет заполнять налоговую декларацию. Галина Сергеевна, частный предприниматель. Подоходный налог взимается с валового дохода или с прибыли? Частный предприниматель? Да. Это частный предприниматель. Частный предприниматель. Вот, ну, во-первых, у частного предпринимателя валовый доход и сумма фактически подтвержденных расходов. Конечно, налог взимается с налогооблагаемого дохода. То есть валовый доход за минусом расходов, документально подтвержденных, остается какая-то часть дохода, будем говорить. Но это тоже еще не налогооблагаемое. Отсюда нужно исключить уплату во внебюджетные фонды, то есть пенсионный фонд, медицинское страхование. Исключается льгота по подоходному налогу. Только потом получается сумма налогооблагаемого дохода, с нее исчисляется подоходный налог. Спасибо. Глец Ирина Евгеньевна, прошу уточнить, 29 февраля истекает срок подачи декларации по подоходному налогу, что-то, по-моему, она напутала, или отчета по единому налогу на вмененный доход? Истекает срок подачи отчета по единому налогу на вмененный доход. Подача декларации до 3 мая. Спасибо. Вот вопрос, я так поняла, от разгневанного, замученного проверками частного предпринимателя. Как часто налоговые органы могут проверять налогоплательщика и как долго может длиться налоговая проверка? Тамара Феодосьевна, это вам. Может быть, конечно, налогоплательщик и будет разгневан, учитывая сегодняшнее состояние дел с изменениями налогового законодательства, со всевозможными отклонениями, которые выявляются по итогам проверок. Но все-таки действующее на сегодняшний день налоговое законодательство дает право налоговым органам определять самостоятельно количество проводимых налоговых проверок, сроки, вернее, частота этих проводимых налоговых проверок. Если налоговая проверка в соответствии с решением, определенным и подписанным руководителем либо заместителем руководителя налоговой инспекции, проводится по всем видам налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, то такая налоговая проверка может быть повторена только по истечении следующего налогового периода. И, то есть, проведя эту налоговую проверку, пройдя через эту проверку, налогоплательщик может спать спокойно до следующей налоговой проверки.
Если же налоговая проверка у налогоплательщика проведена была по какому-либо одному виду налога и по одному налоговому периоду, то этот налогоплательщик может быть подвергнут следующей налоговой проверке по истечении следующего налогового периода. Например, на сегодняшний день налогоплательщик, частный предприниматель, может ожидать налоговую проверку и по истечении квартала по единому налогу на вмененный доход. Предположим, сегодня мы можем прийти проверить этого налогоплательщика за весь 1999 год, как будет указано в решении, подписанном на проведение проверки. Если у этого налогоплательщика будут выявлены какие-либо отклонения, будут сделаны ему замечания, будут допричисленные суммы налоговых платежей, то ему вполне резонно ожидать налоговую проверку, предположим, по истечении первого квартала 2000 года, либо по истечении первого полугодия 2000 года. То есть контроль налоговой инспекции за такими налогоплательщиками навряд ли будет ослаблен. Поэтому право и возможность проведения именно таких налоговых проверок дается налоговой инспекции. То есть по-прежнему спать спокойно пока не получится у многих. С какого времени взимается налог на рекламу и взимается ли он с плательщиков единого налога на вмененный доход? Налог на рекламу введен в 1999 году с 1 января и уплачивают все налогоплательщики за исключением плательщиков единого налога на вмененный доход, если они представят свидетельство об уплате данного вида налога при оформлении рекламы. Предприятие арендует автомашину частного лица. Облагается ли сумма аренды подоходным налогом? Предприятие арендует у частного лица машину. Облагается ли сумма аренды у этого частного лица, если частное лицо эту автомашину сдает, не зарегистрировавшись частным предпринимателем, он, конечно, нарушает нормы налогового законодательства. Он обязан зарегистрироваться частным предпринимателем и в соответствии с действующим налоговым законодательством представлять налоговую декларацию в налоговую инспекцию и уплачивать подоходный налог суммы получаемой аренды. А если это частное лицо в этом же предприятии работает? Нанимают ведь водителей с личным транспортом. Получается, что предприятие у него берет в аренду транспорт, платит ему зарплату и платит еще деньги за аренду транспорта. Но этот вопрос совершенно иначе рассматривается в таком случае. Есть нормы компенсационных выплат за использование личного автомобиля в служебных целях. Здесь уже совершенно другой документ действует, и иначе этот вопрос рассматривается. Поэтому юридические лица, арендующие автотранспорт у своих сотрудников, имеют право заключать такие договора и имеют право выплачивать компенсационные выплаты, которые не подлежат обложению подоходным налогом. Спасибо. Должны ли предприниматели, нанимающие работников, представлять налоговый орган сведения о доходах, которые выплачивают? Да, по договорам найма, подряда? Безусловно. Такие суммы выплат, которые они по договорам подряда выплачивают физическим лицам, конечно, они должны отражать в справках и в сведениях, подаваемых в налоговую инспекцию. Спасибо. Какова стоимость патента, которую платят предприниматели, если хотят перейти на упрощенную систему налогообложения? По-моему, ныне популярная система. Да. Стоимость патента, значит, с 1 апреля 1999 года стала единая сумма, это ставка патента 200 минимальных размеров оплаты труда. То есть это 16 698 рублей. Годовая стоимость патента. А налог с продаж платят ли предприниматели, которые работают по упрощенной системе? Должны ли они платить? Да, они являются плательщиками налога с продаж, если они, значит, ведут расчеты за наличный расчет. Спасибо. И еще один, опять же, разгневанный по проверкам. Каковы действия предпринимателей в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки? Ну, сегодня действует налоговый кодекс Российской Федерации, утвержденный соответствующим образом и вступивший в силу с 1 января 1999 года. В этом документе очень подробно, очень
все полно, отражены все действия предпринимателя вот в таких ситуациях. Ему необходимо обязательно по истечении налоговой проверки, он имеет право подписать акт налоговой проверки с возражениями. Данные свои возражения в течение 2 недель после подписания акта налоговой проверки представить в налоговую инспекцию с подробным изложением своих несогласий и, возможно, с приложением подтверждающих документов, которые будут рассмотрены налоговым органом. И в течение 2 недель уже после поступления данных возражений в налоговую инспекцию они рассматриваются, оформляется протокол рассмотрения возражений. И очень часто бывают ситуации, когда дополнительно представленные документы принимаются во внимание при вынесении решения о наложении санкций по итогам налоговой проверки, либо о неналожении таких санкций. То есть налогоплательщик доказывает свою правоту, которую не смог подтвердить во время налоговой проверки. Тамара Федосевна, вообще такое бывает, что налогоплательщик все-таки доказывает свою правоту? Бывает, конечно, бывает. Бывают ситуации, когда налогоплательщик при проведении проверки, ведь на сегодняшний день налоговая проверка длится в течение 2 месяца с момента представления налогоплательщиком документов на проведение такой проверки. И если какие-либо документы у налогоплательщика в момент проведения проверки отсутствуют. Предположим, был пожар, как вот мы уже говорили, либо было какое-то там затопление или еще какой-то непредвиденный случай в ходе налоговой проверки. Он действительно подтвердит этими документами, мы все принимаем. Тамара Федосевна, к сожалению, время нашей передачи истекло. У нас осталось еще много вопросов, но я надеюсь, что мы еще встретимся с вами. Спасибо за участие в беседе. Всего доброго. До свидания. Лет, если говорить о возрасте, срок небольшой, но для организации и коллектива дата значительная и значимая. А если принять во внимание еще один факт, Комсомольску на Амуре всего 67, то и получается, что для города это юбилей. Да, для города, потому что без организации, о которой пойдет речь, не обходилось, не обходится и не будет обходиться ни одна стройка. Акционерное общество «Сантехмонтаж». 28 февраля 1950 года из сантехнического участка было создано управление наружных работ номер 537, которое подчинялось тресту «Сантехмонтаж-64» города Новосибирска. Затем, в 1953-м, в подчинении УНР был передан еще один участок промвентиляции. УНР обеспечивал сантехработы на объектах, возводимых стройтрестом 6, «Амурстальстроем», «Стройкой 508 Совгавани». Кроме городских объектов, специалисты УНР выполняли сантехнические и вентиляционные работы и за пределами Комсомольска, в Советской гавани, Николаевске, Богородском. С созданием управления появились и новые службы, которые производили замеры, готовили эскизы. Началось производство трубных заготовок уже в стационарных мастерских на базе управления. В 1957 году были построены первые заготовительные мастерские, и сейчас на предприятии действуют современные цеха, способные выполнять самые сложные задачи. Сегодня у специалистов-сантехников нет необходимости варить узлы на месте, на строительной площадке. Все это делается в цехе трубных заготовок. Здесь собираются и проверяются радиаторы теплоснабжения, трубные разводки холодного и горячего водоснабжения, водомерные элеваторные узлы. Все это ускоряет монтаж, сокращает сроки строительства и в конечном счете удешевляет стоимость объекта в целом.
последние годы, когда мало новых строительных объектов и приходится заниматься реконструкцией старых, особая роль отводится специалистам-замерщикам, которые, можно сказать, ногами вымеряют схемы внутренних трубопроводов и восстанавливают их документально. На основании этих данных готовятся новые эскизы и проекты. В отделе подготовки производства 5 специалистов, которые как раз и занимаются тем, что составляют эскизы и проектируют объекты. Работы много, и, пользуясь случаем, сюда приглашают на работу замерщиков. В прежние годы социалистического строительства на предприятии работало более 700 человек, сейчас 120. Сказались реформы. Строят мало, а людей надо обеспечить работой. Но эти 120 дорогого стоят. Основной костяк – годами проверенные кадры. Многие проработали по 30 и 40 лет. До сих пор в рабочем строю Константин Сергеевич Клопов, Сергей Александрович Фефилов, Сергей Иванович Шапошников, Иван Михайлович Балухта. Они кладезь опыта и житейской мудрости. У них есть чему поучиться молодым специалистам. Чтобы сегодня держаться на плаву, надо работать качественно, надо выпускать продукцию вовремя, ну и объекты строить вовремя, иметь меньше претензий у заказчиков. Если все эти параметры будем выдерживать, и дальше, и раньше мы выдерживали, старались выдерживать это дело, тогда и будут поступать заказы, а это значит, будет работа у нас. Конечно, в начале 90-х годов слава была большая, потому что сантехмонтаж был в единственном числе. В городе конкурентов у нас практически не было, а их не только практически, а их вообще не было. Строительство было очень огромное, строились очень большие, значимые для города объекты, поэтому работы было очень много, и мы в то время не представляли вообще, что может быть придет когда-то такое время, когда вообще не будет работы, и будем бедствовать, придется распускать людей и так далее. Мы старались все-таки, все силы приложили для того, чтобы сохранить коллектив, сохранить предприятие. Это предприятие не должно было бы развалиться, так как и наши там дети будут работать. И сегодня они уже работают, и я думаю, что, может, и придет время, и внуки придут на нашу смену, и будут там работать. Вспомните начало и середину 80-х. Гремела по Преамурью слава бригад Владимира Чижова и Александра Соломатова. Вот хроникальные кадры того времени. Комплекс «Сталь». Вот как мы об этом писали. Закончить все монтажные работы к началу сезона, чтобы успеть дать тепло до наступления холодов,
одна из важнейших задач строителей, подчеркнул Борис Николаевич Ельцин, секретарь ЦК КПСС, посетивший стройку. Эту ответственную задачу и решает сегодня бригада сантехников Владимира Чижова. Члены этого коллектива обязались выполнить пятилетний план к 30 августа, 50-летию Стахановского движения. К этому времени с начала пятилетки будет освоено строительно-монтажных работ на сумму 2 миллиона 515 тысяч рублей. Для того, чтобы достичь такого высокого рубежа, план июля коллектив выполнил на 181%. Выработка на каждого члена бригады составила 1000 рублей выше нормы. И хотя слесари-сантехники и вентиляционники трудятся на строительстве электросталеплавильного цеха только с января нынешнего года, случаев невыполнения намеченного еще не было. Это был июль 85-го. Какие же задачи стоят перед Чижовым и его товарищами в августе? Главное – подготовить встроенное помещение главного корпуса для запуска тепла. Это было 15 лет назад, но и поныне, уже на пенсии, продолжает трудиться в родном коллективе Владимир Прокопьевич Чижов. Бригада, в которой он сейчас работает, в настоящее время занимается монтажом вентиляционной установки в столярном цехе горводоканала. Чижов по-прежнему полон сил и всецело отдается работе. Прошло. Что за эти годы происходило с вами, с вашей бригадой? Менялся народ. Уходили, приходили. Ну, в основном старые люди. Угу. Бригада большая раньше была, сейчас маленькая. Ну вот вас что держит на такой тяжелой работе? Я посмотрела, вы прям как верхолаз. Как что? Привычка уже с детских лет. Монтаж. Я с училища здесь. Все как училище закончил, и все, и так. Завод Ленинского комсомола строили, вот, все. Угу. Так и ведется монтаж, ведем, везде. А какие самые интересные для вас были объекты? Самые интересные, ну, мы начинали с 26-го цеха в заводе Ленинского комсомола. Потом свинокомплекс интересный, вот, сами знаете, совхоз Демгинский. И прокат, ну, комплекс стали. Все, монтажи вот большие, самые крупные объекты такие. А мелочи я не считаю. Как и вот этот, например, это мелочи для нас. Что может быть интересно в такой работе? Разнообразие работы, во-первых, мне еще нравится это, потому что на одном месте не сидишь, ездишь, монтируешь, как-то все это. Так, нравится так, то и работай. А если бы не нравилось, не работал, хоть уже и на пенсии. Вы уже на пенсии? Да. И все работаете? А что? На пенсию? А что? Тяжело уже. Да нет, еще пока, не устал. А что 50 лет всего? Разве много? Это еще мало для нас. Заводы Ленинского комсомола, Гагарина, Амурсталь, Амурлитмаш, аккумуляторный, сернокислотный – это лишь часть географии объектов, где работали специалисты дальсантехмонтажа. А были еще Амурск, Солнечный, Фестивальный, Горный. Была Еврейская автономная область, где, помните, комсомольские строители ежегодно возводили жилье. А где строят, там без сантехники, вентиляции, отопления не обойтись. Какие самые счастливые годы, самые хорошие годы были для предприятия? Для предприятия 84-й год самый, можно сказать, такой подготовительный был к тому штурму тех промышленных объектов и объектов жилья. И 85-й, 86-й, 87-й, вы, наверное, знаете, значит, что в 85-м году в декабре месяце мы отпраздновали сдачу нашего большого цеха, можно сказать, передельного завода, а потом приступили к строительству проката, значит, и много сдавали жилья. Ну, так если цифры привести, у нас выходило в 80-е годы, выходило жилья от 190, 180 и до 240 тысяч
Даже один год как-то к 250 подошло. 1000 квадратных метров жилья в год. Но это в сравнении, что в прошлом году 17 тысяч. Есть разница, наверное, такая? Есть. И у нас было отлажено все производство. Знаете, вот панельные дома идут, значит, прямо-таки с завода железобетонного идет с КПД. Сантехкабина, где уже начинены трубами и всеми делами, уже все. Только два стыка сделал, и все сделано. Значит, и даже умудрялись туда и предметы домоустройства ставить. Это была технология очень интересная, значит, стабильная. Воровства никакого не было в те времена. А вот уже ближе где-то к 90-му году пошло воровство на объектах. Мы решением горисполкома было предложено о том, чтобы даже не ставить смесители, если сегодня, по сегодняшний день мы их не ставим. Жилец сам выставляет, а где бабушка с дедушкой там не могут, тогда мы им помогаем, уже когда они заселятся. Ну, это не строительство так, возможно. Но я скажу, что физобъемы выполняли огромнейшие, огромные. Представьте себе эту картину. Я не буду в цифрах приводить, потому что меня неправильно могут понять, я в денежном выражении. Но то, что я привел по жилью, и что это давало перевести, так сказать, в рубли, то на промки выходило в два раза больше. Это свинокомплексы, это передельные, это прокат, это амуглитмаш, это КНАПА, это ЗЛК. Вот. Ну, много-много-много. Это БАМ и так далее. Значит. В ближайшие годы предвидится ли подобная серьезная работа для вашей организации в городе? Вы знаете, мы и выжили тем, что искали заказчиков, и не только здесь, и на периферии, и Советской гавани, и Богородская была, значит, мы работали, мы и ранее работали, вот, и здесь, но если, конечно, такие бы предприятия, как сегодня КНАПА, были заказчиками, еще бы 2-3 таких предприятия, ну, поневоле бы, конечно, жизнь пошла бы лучше намного. То есть сейчас вы на КНАПО будете задействованы в строительстве нового цеха? Да. 85-й корпус. Значит, интересно увидеть, ну, такой вроде хороший объект. Значит, там то мы соскучились по таким объектам. Если привести цифры, на что мы делали с заготовками и на что сегодня могли бы рассчитывать, но я могу привести такие цифры, что месячная программа была по вентиляционной заготовке, значит, мы делали до 6000 квадратных метров вентиляционной заготовки. Трубные заготовки делали 30, а порой умудрялись 35. В вентиляционном цехе работали в две смены, были задействованы, конечно, и субботы, что там говорить, значит, узлов. До сотни штук выходило в те времена. Значит, ну, большая была стройка. Но все эти мощности, можно сказать, мы сегодня сохранили. Сохранили. И вполне можно вернуться, потрудиться немножко, значит, восстановить чуть-чуть, значит, и можно будет вернуться и строить такие же объемы. Я надеюсь, что это обязательно произойдет. Вот еще и мне придется захватить, может быть. В свое время, в начале 60-х, тогда еще монтажное управление, первым в городе освоило монтаж внутреннего газоснабжения и газгольдерных. А в начале 90-х, когда вовсю лихорадила промышленность, уже в акционерном обществе «Сантехмонтаж» приступили к изучению новой проблемы – установок учета и контроля теплоэнергии. Сегодня на предприятии создано отдельное подразделение – где и проектируют, и монтируют, и обслуживают новое оборудование. В прошлом году «Сантехмонтаж» установил счетчики на 30 объектах социального назначения. В частности, мы посмотрели, как это выглядит в жилом доме, бывшем детском садике авиационного объединения. Общая идея счетчика учета контроля прежде всего заключается в том, чтобы сохранить прежде всего материальные затраты жильцов или предприятия, прежде всего, по расчету за тепловую энергию и за
пользования теплоносителем, это во-первых. И второе, прежде всего, это система, разработанная у нас и госстандартом в России, это система энергосберегающих технологий. То есть, прежде всего, конкретный, пообъектный учет тепловой энергии и расход теплоносителя по этой тепловой энергии. Какой объем работ сегодня у вас на предприятии? Объем работ не более 4-5 пунктов учета тепла ежемесячно. Это много или мало? Безусловно, это мало. Для такого города, как Комсомольск-на-Амуре, это безусловно мало. Желательно было бы, чтобы такими пунктами учета были оборудованы все помещения, прежде всего производственного назначения, ну и дома жилые, которые более 100 квартир. Тогда это будет и выгодно для жильцов, и производства, и, как говорится, будет выгодно для города. Ну, я так поняла, что пока вы устанавливаете такие счетчики на вновь сдающиеся жилые дома, а как быть старому фонду? Старому фонду? Безусловно, это намного будет и сложнее, и дороже, и, наверное, менее эффектнее будет работа на старом жилом фонде. Но возможность такая имеется. При непосредственной реконструкции жилого фонда, замене теплоносителей, теплотрасс, вот в этом объеме, да, конечно, тогда и необходимо, и выгодно это делать. Чем можно объяснить такой путь от капитана первого ранга, подводника до инженера? Да это, в общем-то, объяснять мне самому сложно. Это нужно смотреть, как говорится, в истории перехода от Советского Союза к нынешней России. Это не я один, это типовая схема перехода военнослужащих бывших на гражданское поприще. Ну, а если говорить об интеллектуальности работы, это интеллектуальная работа? Да, в каком-то смысле да. Интеллектуальность в чем ее заключается? Это прежде всего техническая оснащенность, техническое развитие. Ну и какой-то смена, будем говорить, одной работы на другую всегда приносит какое-то интеллектуальное удовлетворение, прежде всего. А если говорить о будущем? Будущее? Ну, будем надеяться, что оно будет лучше, чем сегодняшний день. Это раз. А второе, если говорить конкретно об этой работе, это работа, безусловно, имеет большое будущее, широкое направление, и непосредственно город, если будет заинтересован в этом, а он обязан быть заинтересован в этих энергосберегающих технологиях, то надо и расширяться, и углублять эту работу. Безусловно, будущее большое. По-разному отмечают юбилеи. Сантехмонтаж отметил его особенно по-домашнему. Это был семейный праздник, теплый. И люди, собравшиеся в зале Дома молодежи, чувствовали, что их пригласили сюда от чистого сердца. И слова, звучавшие со сцены, тоже шли от чистого сердца. И подарки дарились от души. Генеральный директор предприятия Валентин Быков для каждого нашел доброе слово. А это так важно сегодня, в наше непростое время. Пользуясь случаем, что сегодня меня увидят, ну, все наши работники, и те, кто у нас сработал, и кто у нас еще, это сегодня работает, и ветераны, те, которые уже по десятку лет уже находятся на пенсии. Я хочу их, конечно, всех поздравить с их днем рождения, потому что сегодня предприятие – это неодушевленный предмет, а те, кто создавал эти или приближал этот юбилейный день, эту дату юбилейную, это же люди, те, которые у нас сегодня находятся на заслуженном отдыхе, те, которые работают, ну и те, которые работали раньше, но по каким-то причинам они покинули нас. Поэтому я их, конечно, всех их поздравляю с юбилеем, с днем рождения. Хочу, чтобы, ну, тем, кто преклонного возраста, хочу им пожелать здоровья,
Хочу пожелать долгих лет жизни. Тех, кто сегодня работает, трудится, хочу пожелать трудовых успехов, новых достижений. Хочу также, конечно, пожелать им здоровья, счастья, семейного благополучия. Ну и мирного неба над головой. И трудиться, трудиться на благо нашего предприятия. Слушайте, пожалуйста, объявление. Очередная программа прямого эфира с участием главы Комсомольска-на-Амуре Владимира Петровича Михалева состоится 1 марта. Вопросы можно задавать предварительно по телефону 4-35-59 с 14 до 16 часов. Вопросы принимаются до 29 февраля. Внимание! С 1 марта школа номер 9 объявляет набор в первый класс на новый 2000-2001 учебный год в классы развивающего традиционного обучения по программам 1-3, 1-4.
Запись для собеседования в вестибюле у дежурного с 8 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья. 3-4 марта во Дворце культуры судостроителей состоится третий межрегиональный фестиваль авторской песни «Весенины-2000». Прослушивание по понедельникам и средам с 19 часов в кабинете 29. Срочно требуется кондитер-специалист по кремовым изделиям. Звонить по телефону 9-98-93. Куплю комнату в благоустроенной квартире. Обращаться: улица Комсомольская, 53, квартира 13. Продам масло облепиховое качественное. Телефон 4-68-73. Куплю красную и черную икру. Телефон 3-92-33-68. Добрый вечер. Во Дворце культуры имени 50-летия октября Комсомольска на Амуре состоялась конференция трудового коллектива авиационного производственного объединения имени Гагарина. Об итогах конференции на заседании коллегии Хабаровского края рассказал генеральный директор предприятия Виктор Иванович Меркулов. На сегодняшний день авиационное производственное объединение имени Гагарина – крупнейшее предприятие Хабаровского края и по объему выпускаемой продукции, и по численности занятых в производстве людей. Продукция завода широко известна за рубежом. За 45 лет работы на внешнем рынке в 19 стран мира было поставлено более 2000 самолетов. Именно экспортные заказы позволяют объединению оставаться флагманом отечественного производства. Несмотря на то, что в течение 2 лет и коллектив, и администрация города, и края различными методами от митингов до обращений в правительство и лично к президенту России отстояли свое право оставаться государственным предприятием, минувший 1999 год был непростым. Я должен доложить, что 1999 год в плане социально-экономической ситуации для автопром был нелегким. В первой половине года стало ясно, что те мощности, которые мы набрали в процессе выполнение сезонного контракта, они недозагружены, и самое сложное, что нам пришлось уже в первой половине года принимать такие неэффективные меры, как сокращать рабочую неделю, где было 5 тысяч работающих, нам пришлось сократиться на 600 человек, и вот в эту
вперед. Самым интенсивным образом Виктор Иванович, да и многие, особенно Виктор Иванович, знают, интенсивно пришлось работать вот по заключению следующего контракта. Парафирование 2 августа и вступление в силу 24 августа 1999 года стабилизировало обстановку. Мы были не вынуждены, а несколько рискуя, запуск сделали предварительно, не дожидаясь окончательной даже проработки контракта, а увеличенный запуск сделали тогда, когда уже четко знали, что контракт будет все-таки подписан. Сроки выполнения контракта очень сжатые, и то, что мы сделали вот такой шаг, еще раз подсказал, то, что это шаг был правильный. Поэтому в этом году завод работает напряженно. Того ваца, который мы получили, конечно, недостаточно, но тем не менее, мы сейчас принимаем все усилия, чтобы привлечь денежные средства. Ни много ни мало, но в этом году, чтобы справиться с этими задачами, необходимо привлечь средств до 6,5 миллиарда рублей. Ну, это реально, уже где-то процентов на 30 у нас оформили кредитов и продолжаем эту работу. Что должен еще сказать? Что с выполнением данного контракта нам пришлось дополнительно привлечь около 1500 человек. То есть создали дополнительные рабочие места. Но и в то же время успокаиваться нам нельзя, потому что уже с конца четвертого квартала 2000 года будут испытывать недозагруз цеха штампозаготовительные и в первом квартале 2001 года механические цехи. То есть процесс этот непрерывный, мы и работаем в этом направлении, в части подтягивания заказов тоже напряженно. Кроме строительства известных во всем мире истребителей семейства «Сухой», на объединении ведутся работы по внедрению в производство самолетов гражданского назначения С-80 и Б-103. Путь, который проходит самолет от конструкторского бюро до постоянной работы в небе, долог и иногда трагичен. Ход гражданских программ, это самолеты Б-103, по которому по этой программе надо будет принять взвешенное решение после той катастрофы, которая произошла в Германии. Мы пересматриваем сегодня. И думаю, что примем окончательное решение марта месяца. Самолет первый летный С-80 нами переправлен в декабре месяце на ОКБ Сухого двумя Ил-76, где он будет доведен и начнется его испытание. Но уже сегодня ОКБ говорит, что следующий летный должен быть изменен. Ну, простое изменение, удлините фюзеляж на 1,5 метра. И увеличить площадь крыла. Но тем не менее, значит, нужно решение. Для жителей Хабаровского края это было не безинтересно, то, что мы всячески изыскиваем дополнительные загрузки. И мы вот, хотя это нулевая рентабельность, даже в некоторых моментах она со знаком минус, но мы продолжаем ремонт трамвая. Сегодня мы набрали заказов, что нам потребовалось увеличить даже количество людей на 25% в этом цехе. Руководство авиационного объединения не бросило, как большинство других предприятий края, на произвол судьбы, а точнее на разграбление свою социальную сферу, созданную трудом нескольких поколений работников завода. Значительная доля прибыли направляется на содержание объектов культуры, здравоохранения, образования, социального обеспечения. Не снижаются темпы строительства жилья. Кроме того, в прошлом году предприятие приняло на свой баланс совхоз «Дюнгинский». Я не буду перечислять, что на сегодняшний день находится на плечах завода, но вся социальная сфера, которая у нас была, она, хоть и было постановление принято главой администрации города о поэтапной передаче, она сегодня осталась у нас. Кроме домов, которые мы сегодня строим, расселяем и передаем муниципальную собственность. Ну и то здесь, я думаю, здесь мы уже говорили на эту тему, понимание вроде бы находим, но не совсем. Потому что сдаем новые дома,
И к этому же требуют дополнительно передать там технику, металл и все прочее, все прочее. Я думаю, мы начнем это решение. И до свидания. В прошлом году, в 99-м году мы сдали 129 квартир. Это по 90, которые мы сдали в 98-м году. Из 1540 человек, которые стоят в очереди на улучшение жилья, вот за счет новых квартир, за счет переселения, мы вот эту очередь снизили на 15%. И в бюджете 2000 года у нас заложена примерно такая же, значит, цифра по жилью. Жизнь показала, что, значит, вот сегодняшняя ситуация, выполняя особенно заказы на экспорт, что требуется повышенные темпы технического перевооружения. Если в прошлом году мы на техническое перевооружение затратили порядка 87 миллионов рублей, то на 2000 год мы закладываем 140 миллионов рублей, потому что нельзя делать качественную продукцию на том оборудовании, которое на некоторых участках, которое крайне изношено. Мы в свое время, Виктор Иванович, помните, я, во всяком случае, я запомнил, когда мы рассматривали, значит, состояние в нашем сельском хозяйстве, я имею в виду сельском хозяйстве КНАПО, наш совхоз Кортинский, он давно со дня основания боевых заводов, там, значит, тоже был основан, он нам говорил, что он не будет у вас никогда летать, и в таком поголовье и крупного рогатого скота у нас порядка 660 буренок. Значит, свиного поголовья, значит, птицы фабрики. Ну и поэтому, значит, мы так это, я бы сказал, без особого, значит, не сильно убирались, когда нам постановлением 34 передали, значит, совхоз Земницкий. Привес пошел, в общем-то, большой, на мой взгляд. До 400 грамм в сутки. Ну как? Что он это? Прикладный уровень. Почему бы, чтобы не вылетали дети, надо их кормить? Поэтому, значит, принимаем меры, я думаю, значит, вчера на конференции был задан вопрос такой, с Никитом, понятно, что нам не хватает своего убыточного Хорпинского, что мы еще взяли. Я думаю, разъяснив, значит, 760 делегатов конференции, с пониманием поняли это. А когда, значит, мы там приняли еще там большой модуль по производству колбасы, а все, что мы делаем сегодня, производим в совхозе, и здесь мы в первую очередь предлагаем своим рабочим, и в район Ленинский, то, значит, в общем, понимание есть. Будем надеяться, что Комсомольское на Амуре авиационное производственное объединение и в будущем удержит свои позиции в производстве как военной, так и гражданской продукции. Продолжается подготовка к выборам президента Российской Федерации. В Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре прошел семинар для председателя и секретарей участковых избирательных комиссий. 26 марта в России состоятся досрочные выборы президента Российской Федерации. Сроки подготовки сжатые. Участковым избирательным комиссиям предстоит за короткий отрезок времени сделать много работы. Но состав комиссии практически не изменился после декабрьских выборов в Государственную Думу. Поэтому элементарные вещи объяснять не нужно. В Ленинском округе будут действовать 37 участковых комиссий. На семинаре председателей и секретарей избиркомов был проведен анализ организации прежних выборов, рассмотрены и учтены ошибки. В законе о выборах появилось немало дополнений. Многие формулировки уточнены, дабы исключить двоечтение. Одно из немаловажных дополнений – это выдача открепительных талонов. Теперь избиратель может получить его не только в случае отъезда из города или района, но и если в день выборов 26 марта он будет находиться на рабочем месте далеко от своего избирательного участка. Можно проголосовать в ближайшем. Работа участковых избирательных комиссий начнется за 18 дней до выборов 8 марта. Несмотря на праздник, с этого дня любой избиратель может обратиться на свой участок. Как заверила администрация Ленинского округа, к этому дню все помещения избирательных участков будут готовы.
В течение 28 февраля юго-западнее Кёнигсберга наши войска в результате наступательных боев заняли 6 населенных пунктов. В эти дни, 55 лет назад, войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова полностью овладели стратегически важным узлом обороны немцев на берлинском направлении, городом и крепостью Познань. В плен взято 23 тысячи немецких солдат и офицеров, во главе с комендантом крепости генерал-майором Матерном и его штабом. В ходе операции было захвачено 365 самолетов, 32 танка и самоходных орудия, около 700 орудий, 4500 пулеметов и свыше 30 тысяч винтовок и автоматов. Только убитыми в этой операции гитлеровцы потеряли более 25 тысяч солдат и офицеров. Разведчики 2-го Белорусского фронта захватили приказ командующего 2-й немецкой армии генерал-полковника Вейса от 3 февраля 1945 года. В приказе говорилось: в тыловом районе армии слоняются группы трусов и дезертиров, не желающих участвовать в борьбе за империю, которая подвергается тяжким испытаниям. Дезертиры пристраиваются к колоннам гражданского населения, которые эвакуируются вглубь страны. Любой солдат или офицер, который не сообщит о каждом известном ему дезертире и не задержит его, будет привлечен к ответственности как соучастник в измене. При аресте шатающихся трусов и саботажников надо применять все средства насилия, обезвреживать их любыми способами. Под определением дезертир и саботажник попадает каждый, кто сегодня осмелится говорить, что борьба безнадежна или что скоро ворота захлопнутся, и мы окажемся в котле. Далее немецкий генерал приказывает в каждом корпусе немедленно учредить военно-полевой суд. Приказ командующего 2-й гитлеровской армии Вейса нам интересен тем, что он признает, что не одиночки, а целые группы солдат покидают поле боя и шляются в тылу. Фашистский генерал также обрушивается на солдат, которые говорят, что борьба немцев безнадежна. Очевидно, в армии Вейса с каждым днем все больше таких солдат. Гитлеровцы пытаются свирепыми мерами принудить солдат продолжать уже проигранную Германией войну. Однако не помогли им обычные суды, не помогут и летучие. Неумолимо приближается крах фашистской Германии. В администрации Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы за минувший год. Намечены планы на 2000-й. На пороге весна. Планы, соответственно, у работников администрации Ленинского округа уже весенние. Полным ходом идет подготовка к двухмесячнику по обеспечению санитарно-экологической безопасности. Не за горами День Земли. В сравнении с 1999 годом, когда удалось привлечь к этим работам всего лишь 25 предприятий, в нынешнем году был расширен список участников этой акции до 50 предприятий. Всем предприятиям и учреждениям сформированы и представлены на утверждение планы благоустроительных работ на 2000 год. Даны задания по изготовлению шансового инструмента. Также был сформирован план совместной работы с домовыми комитетами и представителями общественности, которым отводится первоочередная роль в поддержании порядка как на дворовых территориях, так и внутри подъездов. В данный момент идет верстка общих мероприятий. В них основной упор делается на ликвидацию свалок промышленных и бытовых отходов, озеленение. Хотелось бы сохранить добрую традицию жителей округа всеми силами совместно с администрацией проводить в порядок, убирать и озеленять, и содержать в образцовом порядке наш округ. Наряду с капитальным ремонтом немало внимания будет уделяться и текущему содержанию объектов благоустройства округа. Планируется выполнить ямочный ремонт более 20 тысяч квадратных метров дорог, ямочный ремонт тротуаров на 1600 квадратных метров больше, чем в 1999 году. Кроме того, намечено произвести работы по ремонту дождеприемных колодцев по улице Советской и улице Орехова. Если говорить о планах по озеленению, то нужно отметить, что в нынешнем году будет сохранен
выработанный ранее подход решения данной задачи. Будут созданы механизированные бригады по копке ям. В этом будут участвовать МОП-комбинат благоустройства и ТРЕС-2. Уже подготовлены схемы озеленения округа. Будет продолжаться работа по благоустройству сквера по улице Ленинградской у школы номер 3. А также планируется проведение совместной акции с ветеранами округа и учреждениями образования по озеленению проспекта Победы и сквера по улице Культурной. Администрация намечена работы по возрождению утраченного облика сказочного городка по улице Ленинградской силами детско-юношеского центра «Дзёмги» и отдела по работе с молодежью. В городском эколого-биологическом центре прошел праздник, посвященный подведению итогов экологической операции «Помоги зимующей птице». 4 месяца в школах города, подростковых клубах, дворцах культуры, экологических центрах проводилась акция «Помоги зимующей птице». Дети изготовили и вывесили во дворах и парках более 700 кормушек. На протяжении всей зимы они наблюдали за пернатыми, готовили рефераты и писали сочинения. В школах велась агитационно-просветительная работа. Проводились 15-минутные лекции и беседы, подготовленные детьми. Активно работали пресс-центры, которые распространили более 2000 листовок. На подведении итогов около 20 школ были отмечены как наиболее активные участники акции. Это был последний материал нашего выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды и реклама. А я прощаюсь с вами. До свидания. Банк – один из старейших коммерческих банков России и Дальневосточного региона. Далькомбанк – корреспондентские отношения с крупнейшими банками Европы и Америки. Далькомбанк – филиалы во всех городах Хабаровского края. Транспортный филиал – один из ведущих филиалов Далькомбанка. Транспортный филиал, сотрудничество с крупными предприятиями города, кредитование на выгодных условиях, широкий спектр услуг по валютным операциям, расчетная система банк-клиент, надежная защита информации, продленный операционный день. Далькомбанк – реальная поддержка экономики Хабаровского края. Сегодня ночью и завтра днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура ночью -22, -24 градуса. Днем -8, -10. В эфире программа пресс-службы управления внутренних дел города Комсомольска. Работники правоохранительных органов, проанализировав социальный статус задержанных за различные виды преступлений, пришли к выводу, что практически более 90% из них находятся в плену наркотической зависимости. В состоянии ломки или под кайфом они способны на любые противоправные действия, лишь бы добыть денег на очередную дозу зелья. Видимо, поэтому пошла на преступление 23-летняя Наталья, нигде не работающая, но 17 лет употребляющая наркотики. Вооружившись ножом, она подкарауливала в темном переулке женщин и отнимала ценные вещи и деньги. Задержали ее во дворе дома 80 по улице Вокзальной, когда она напала на женщину и, угрожая ножом, забрала сумку. Потерпевшая оказала сопротивление нападавшей
попыталась задержать ее, но женщине помогли подоспевшие на помощь трое парней. Значит, девушка была задержана, назовем ее Наташа, еще раз, водворена в изолятор временного содержания, где с ней проводилась следственно-оперативная работа. В ходе этой работы было установлено, что Наташа совершила еще ряд разбойных нападений. Некоторое время Наталья проживала у своей несовершеннолетней знакомой. Ей-то она и предложила участие в грабежах. Взяли нож, отвертку. Пошли на хронику. Там по улице Комсомольская. Увидели одну женщину, не получилось вторую, потом она попалась. Молодая. Это уже по Котовскому, да? Да. Угу. Когда она зашла в подъезд, вы пошли? Наташа побежала за ней. Угу, дальше. Потом зашла я, Наташа с ней снимала золото. Угу. Да, я все сняла. Наташа как-то угрожала ей? Ну, надо снимать золото. Там, говорит, не сниму, режьте. Угу. Она, не помогай, говорит, быстрее. Та сняла ей золото. И говорит мне, подожди, сейчас приду. Ушла. Я не знала, что мне делать, попросила спуститься в подвал. Девочку эту, да? Да. Угу. Сама выбежала, побежала домой. Еще через неделю Наталья вновь совершила грабеж. В вечернее время Наташа во дворе дома 32 по улице Котовского также под угрозой применения ножа совершила нападение на женщину. В ходе этого нападения у женщины была похищена шапка из меха норки и сумка с документами. После проведенной работы Наташа указала, куда, значит, реализовывала похищенное, и в ходе проведенной работы было изъято, значит, похищенное имущество, и часть из которого уже возвращено потерпевшим. В июне 98 года девушка была осуждена за совершение кражи к условной мере наказания. В январе этого года вновь совершила кражу из квартиры, а теперь еще и грабежи. Думаю, нетрудно догадаться, что ожидает ее в недалеком будущем. Около 10 часов вечера в доме 14 по улице Гагарина внимание жильцов с 8 этажа привлек шум в лифте и женские крики о помощи. При этом лифт то начинал движение, то останавливался. Возвращающийся домой сотрудник ГИБДД Колчин, поднявшись на восьмой этаж, где стояли его соседи, в это время дверь кабины лифта открылась, и вышла женщина, которая обратилась к ним за помощью, сказав, что мужчина, находящийся в кабине лифта, пытался отнять у нее золотые серьги и деньги. Мужчина был задержан и доставлен в ГУМ-2. Сам же подозреваемый рассказал нам вот какую версию его задержания. Пошел в магазин за продуктами, медсестра думала, инвалид. Все, подошла девушка, предложила услуги. Я сказал, что пить не буду, просто заплачу и все. И пошел с ней. Зашли в лифт, она нажала, там, не знаю, на какой там этаж. Лифт тогда открылся, она сразу начала кричать, чтобы там что ко мне пристал, вроде что-то такого. Но я развернулся, просто хотел выйти из лифта, около лифта стояла там одна или две девушки, блин. И парень, который сразу меня за грудки взял. Судимый? Судимый. За какие преступления? Воровство. Сколько раз судим? Три. И все три раза сидел? Да. Угу. Сколько вообще сложности отсидел? 7,5. Что ж, как говорится, в таких случаях следствие разберется. Но очевидно, что проведя почти 8 лет за решеткой, ему не очень-то хочется оказаться там вновь. И снова о наболевшей теме, о кражах цветного металла. Весь этот домашний и кухонный скарб был похищен в одном из дачных домиков. Похититель, как и в большинстве таких случаев, безработный комсомольчанин с богатым криминальным прошлым. Вы один раз были судимы? Нет, я был трижды судим. Трижды, да? И все три раза за убийство, что ли? Нет, в основном за преступление совершенное против личности. Ну что там, кражи? Нет, хулиганство, нанесение тяжких повреждений, убийства. А эта компания также задержана за кражу цветного металла.
20 февраля этого года в первое городское отделение милиции обратилась директор садоводства «Керамик», расположенного в поселке Большая Хабсоль, с заявлением о краже электропроводов. Сотрудники милиции, проведя оперативные мероприятия, задержали четверых металлистов. А мы сняли на 123 килограмма. 123 килограмма сняли проводов? Да. И сдали в скупку? Да, ну, получили за это 2300. Вы снимали где кабели? На дачах? Да, на дачах. А как действовали, каким образом? Ну, мужиков, профессионалов, электриков собрали. Ну, значит, мужики отключили кабель этот, ну, ток. Обесточили, в общем. Обесточили, да, и сняли. Ну, получилось у нас где-то 10 пролетов, 10, 10 столбов мы сняли кабель. Вы за один раз его сняли или несколько ходок делали? За один раз. А вот эти мужчины, которые обесточили, электрики, профессионалы, они вместе с вами крали, да? Да. Они работают где-нибудь? Нет. Безработные электрики? Безработные. С помощью кошек лазили, да? Да. Из всей компании только один не привлекался к уголовной ответственности. Остальные имели в своей биографии судимости и, как правило, давно не работали. Для борьбы с хищением металла, ставшим уже давно общегосударственной проблемой, направлены все силы стражи порядка. Профилактикой краж и задержанием воров занимаются даже те службы правоохранительных органов, для которых выполнение этой задачи не свойственно. Например, экипаж батальона конвойной службы милиции, в обязанности которого входит конвоирование и охрана следственно арестованных, во время рейда в поселке Большая Хабсоль выявил что-то вроде скупки на дому. Была получена оперативная информация о незаконном пункте приема цветного металла. По горячим следам с группой с ГОМ-1 мы проехали по данному адресу, где было изъято значительное количество металла, по всей видимости, похищенного с дачных участков. В числе изъятого находились в основном посуда, чайники, кружки, ложки, ломаные раскладушки. Также было задержано два гражданина по подозрению в краже, хищении и скупке этих металлов. Хозяин нелегальной скупки и его приятель, находившиеся в изрядном подпитии, были доставлены в первое городское отделение милиции, а весь металл изъят. А теперь, что, впрочем, стало в нашей программе своеобразной традицией, мы предлагаем телезрителям для опознания ворованные вещи. Эти хрустальные вазы и штофы, посуда, ковры, часы китайского производства, видеоаппаратура, а также одежда и обувь, изъяты сотрудниками Уголовного розыска Управления внутренних дел у скупщицы краденого. Всех комсомольчан, опознавших вещи или имущество, принадлежащее некогда их друзьям или знакомым, просим обращаться в Управление внутренних дел по адресу проспект Мира, 15А, кабинет 304, и желательно с 13 до 18 часов или в дежурную часть УВД. А хозяев этой старенькой радиолы «Вега» и «Паласа» ждут в первом городском отделении милиции по адресу улица Юбилейная, 5, кабинет 14. Паспортно-визовой службой Центрального округа города Комсомольска-на-Амуре за уклонение от уплаты алиментов разыскиваются Пастухин Сергей Васильевич, 1964 года рождения, Юрьев Александр Александрович, 1975 года рождения, Захаров Андрей Михайлович, 1967 года рождения. Имеющих какую-либо информацию о разыскиваемых, просим обращаться по адресу улица Орджоникидзе, 21, или позвонить по телефону 452-43. Обстановка на дорогах нашего города в течение прошедшей недели складывалась напряженно. Было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и еще один участник дорожного движения получил травму. Сотрудниками ГИБДД было задержано 1511 нарушителей правил дорожного движения. Отстранено от управления 35 нетрезвых водителей.
В субботу после полуночи на проспекте Ленина в районе магазина «Юность» неизвестным автомобилем был сбит 27-летний мужчина. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Служба ГИБДД ведется розыск водителя, скрывшегося с места происшествия. Очевидцев случившегося просим позвонить в отдел ГИБДД по телефону 436-77. 23 февраля из-за малолетнего нарушителя дорожных правил вернулась домой с травмой 45-летняя работница узла связи. Автобус марки «КАВС», развозивший людей после смены, на улице Пирогова в районе железнодорожной больницы резко затормозил, чтобы не сбить неожиданно выбежавшего на дорогу 5-6-летнего ребенка. Одна из пассажирок не удержалась, от падения получила травму. А это картина аварии, случившейся 24 февраля на проспекте Первостроителей. Две «Тойоты Карины», двигавшиеся в попутном направлении, как говорится, не поделили дорогу. «Карина» темного цвета начала разворот со среднего ряда, в то время, когда по крайнему левому ряду, в том же направлении, двигалась светлая иномарка, водитель которой пострадал вдвойне. Помимо нанесенного ему крупного материального ущерба, он заплатит крупный штраф, а возможно и лишится водительских прав, поскольку находился за рулем своей машины в состоянии алкогольного опьянения. Гололед и снежный накат очень часто на прошедшей неделе способствовали возникновению опасных ситуаций на дороге. В этом случае никто из людей не пострадал, поврежден лишь светофор на перекрестке проспектов Ленина-Первостроителей и автобус марки «ПАЗ». Однако можно предположить реакцию пассажиров этого автобуса, который во избежание столкновения с другими автомашинами средством для остановки вынужден был выбрать не что иное, как светофор. 25 февраля в отделе ГИБДД состоялось рабочее совещание по проведению государственного технического осмотра 2000 года. На совещании присутствовали представители налоговой инспекции, Российской транспортной инспекции, Комитета экологии, а также другие заинтересованные лица. На этом совещании были подведены итоги техосмотра прошлого года, рассмотрены новые правила проведения технического осмотра в текущем году. На многие волнующие вопросы, связанные с проведением техосмотра, работники автотранспортных организаций и предприятий получили квалифицированные ответы. А на сегодня все, и мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Новое поступление линолеума, сантехники, обоев, карнизов, кабинных и лакокрасочных изделий. Магазины «Престиж» всегда предлагают своим покупателям только лучшие товары из Европы, изготовленные на основе новых технологий и материалов под строгим контролем над качеством. Никакой головной боли с товарами, купленными в «Престиже». Адреса магазинов: Кирова, 49, Мира, 11. Акционерное общество «Дальпиво» представляет свою продукцию. Лучшие сорта, приготовленные на чистой артезианской воде и натуральном сырье. Еще в Древнем Египте производители некачественного пива приговаривали к пожизненному заключению в пивной бочке. Хорошее пиво было в Древнем Египте. Наше не хуже, потому что мы помним и чтим традиции честного пивоварения. На редкость толковый магазин «Кладовая мастера». Здесь все для настоящего хозяина. Инструменты слесарные и столярные.
Большой выбор ручных электроинструментов. Люминесцентные светильники, сантехника, газопламенное оборудование и комплектующие. Обои, кафельная плитка, лаки, краски, эмали. В общем, все, что нужно мастеру, кладовой мастера. За наличный и безналичный расчет. Магазин «Кладовая мастера». Хороший ассортимент, приемлемые цены. Рекомендую всем. Толковый магазин. Адрес магазина: улица Кирова, 70. Если вы решили приобрести новый кассовый аппарат, обратитесь в сервисный центр «Электроавтоматика». Здесь вы можете купить кассовые аппараты 15 моделей, заключить договоры на комплексное техническое обслуживание, стоимость в черте города 63 рубля. Вот в эксплуатацию кассового аппарата плюс комплект документов для налоговой составит 50 рублей. Заявки по вызову мастера выполняются в рабочие, выходные и праздничные дни. На всю технику предоставляется гарантия. Приглашаем всех владельцев кассовых аппаратов для заключения договоров. Магазин «Салон Чарли» приглашает за подарками. Модные галстуки и легкие кожаные ремни, зонты, портсигары и фляжки для мужчин. Изысканно и стильно. Любителям пива солидные пивные кружки для приятных ощущений. Для прекрасных дам повседневные и вечерние аксессуары. Изящные вазы, пиары, подсвечники сделают интерьер вашей квартиры неповторимым. Любая ваша покупка, упакованная со вкусом, станет настоящим подарком от Чарли. Чарли. Удовольствие вам и вашим друзьям. Наш адрес: улица Парижской коммуны, 30. Драку заказывали? Только один вечер. Только Марли. Захватывающее, азартное, шокирующее зрелище, шоу «Драк». Только гости клуба «Харли Блюз» станут зрителями семи боев без правил. Последний бояк на ринге. Мастер спорта международного класса по боксу и третья перчатка Израиля. Чемпион Европы по кикбоксингу и чемпион Дальнего Востока боевому карате. 2 марта, 21 час, Харли Блюз.